The fuck is умное голосование? Умное голосование — это хуйня, которую Навальный придумал году эдак в каком? В 18-м, что ли? Когда выборы в Мосгордуму были, когда Юденман баллотировался в Думу? От Чертанова, по-моему, Юденман выдвигался. В 19-м, по-моему, да? В 19-м, по-моему, это было. Там, короче, Навальный придумал, значит, систему компьютерную, значит, как через сложную талмудическую схему система будет выдавать наиболее неудобного для Единой России кандидата. И в итоге это самое умное голосование почти всегда... Я не знаю, что сейчас с вами будет, если вы впервые об этом слышите. Я сейчас не шучу. В итоге это умное голосование почти во всех случаях выдало кандидата от КПРФ. Вы можете загуглить эту хуйню. Но просто если вы рандомно наберете 9 кейсов, ну 10 кейсов, 9 из них будет кандидат от КПРФ. И это еще не все. Ну, потому что умное голосование, там такая система, короче... Короче, да? Я не ебу, где они, все, в пизду. Ну, как бы ты смотришь просто, у кого больше просто шансов. Просто пропали, блядь, персонажи, которых надо убить по квесту. Единороссов. Ну, КПРФ, как бы, потому что, ну, в РФ коммунисты популярны. Ну, значит, за КПРФ надо. Но это еще не все. Наберите воздуха в губы, да, чувак? Наберите воздуха погромче. Погромче? Те кандидаты от КПРФ, которые в итоге из-за этого губного голосования победили, передали свои голоса кандидатам от Единой России. Реально? Я не шучу. Вы можете догуглить это. Особенно очень смешно прокатили Юнемана. Потому что Юнеман выдвигался от Чертанова, это такой район в Москве. Очень престижный район такой, значит, там очень да, классно да. жить. Вот, и как бы вместо Юнемана губное голосование выдвинуло кандидата от КПРФ, который, наверняка не меняя выражения, да просто отдал место в Думе кандидату от Единой России. И теперь Юнеман топит за СВО. Идем дальше. Это все правда, чат? Чена вмерла Украины, ни слава, ни воля. Щенам, братья українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Там, по-моєму, дальше душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ну, я можу ошибатися. Господи, возвак тебе. Женщины, алчные, корыстные, злобные, согрешившие против самого человечества. Нельзя поддаваться греху. Нужно бороться, сражаться. Нельзя предавать 2D. Сколь не было бы сильного искушения, будь тверд в вере своей. Знай, огонь святости, что горит вдалеке. А не появится, нет, блядь?